Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Сегодня мы находимся в солнечной Шардже, во внутреннем дворике гостевого дома. И моим собеседником является заместитель генерального директора по производству Алексей Сергеевич Савин. Здравствуйте, Алексей Сергеевич. Здравствуйте. Ну вот вы заместитель директора по производству, а здесь вроде идет стройка. Какое отношение вы имеете к развитию проекта в Шардже? Ну не к стройке же? Ну у нас стройка это и производство. Производство металлоконструкции, путевой структуры и всех составляющих. Соответственно, я здесь для того, чтобы провести инспекцию субподрядных организаций, которые у нас занимаются изготовлением металлоконструкции и путевой структуры. И скажите, как проходит изготовление металлоконструкции, как прошла ваша инспекция, все ли в срок, все ли качественно? Есть проблемы, есть замечания, но все решаемо, и мы находим с нашими подрядчиками общий язык, и все вопросы снимаем, решается. Есть небольшие задержки по срокам, но они не критичны. Спасибо большое. Как я понимаю, вам помогают решать вопросы с подрядчиками все-таки люди... Не только из Объединенных Арабских Эмиратов, специалисты из Белоруссии, России и многих других стран СНГ. Расскажите, пожалуйста, немного и об этом аспекте. Насколько я знаю, вы здесь занимаетесь и этими вопросами. Да, мы приглашаем сюда на работу специалистов со всего СНГ. К нам нужны инженеры, инженеры-строители, переводчики. И соответственные вакансии размещены на наших сайтах. Здесь мы организовали довольно хорошие условия для проживания наших сотрудников. Насколько я знаю, только что приехали два новых специалиста, это переводчик и бухгалтер. Где они будут жить, где они будут питаться? Все такие бытовые вопросы интересуют людей, которые хотели бы у нас работать и задают подобные вопросы. Хотелось бы, чтобы из первых уст они услышали ответы. Организация за свой счет снимает апартаменты в городе Шарджа, в которых есть все условия, отдельное проживание, кухня, все кухонное оборудование укомплектовано, соответственно, можно питаться, самостоятельно готовить, все магазины рядом, в шаговой доступности. Также здесь очень развита сеть ресторанов, фастфудов, где недорого и вкусно можно поесть. Ну да, в общем-то, я подтверждаю. Вчера мы с моим коллегой-оператором поели в фастфуде, но не в каждом минском ресторане так кормят. Спасибо большое. Ну и обращаясь к нашим инвесторам, партнерам, к людям, которые хотят у нас работать, что вы напоследок можете им сказать? Какое напутствие дать? Приглашаю на работу, становиться членами команды SkyWay. Проходите собеседование, мы вас ждем. Лучше не скажешь. Итак, строй SkyWay! Спасай планету!